Новый год, новая мечта, новая веха. Сегодня в Актау прошла елка акима города под таким названием. В новогоднем утреннике приняли участие 250 детей, которым вручили подарки. Подробнее в следующем сюжете. В новогоднем празднике приняли участие дети от 9 до 13 лет. 250 детей, обучающихся в 28 школах города, с радостью побывали в роли сказочных персонажей. Дед Мороз вместе со Снегурочкой и другими аниматорами развлекали ребятишек, играя в игры и танцуя вокруг новогодней елки. Это праздник, которого с нетерпением ждут все дети. Как известно, в 2022 году этот праздник был создан именно для них. Я думаю, что каждый учитель и каждый родитель желает, чтобы дети, которых мы воспитываем, становились образованными, умными и конкурентоспособными. Желаю всем счастливого и успешного Нового года. Каждый ребенок старался, чтобы получить подарок от Деда Мороза. Дети танцевали, пели и читали стихи. Таким образом, у детей еще больше поднималось настроение. Поздравляю всех с Новым годом. Настроение отличное, праздничное. Мы играли в игры. Все было интересно. Я видел на празднике и тигра, и льва. Нас развлекали аниматоры. Получили много подарков. Я сегодня присутствую на новогоднем празднике. Я с нетерпением ждала этого дня. Утренник проходил очень весело. Счастливого 2023 года для всех вас. Пусть все плохое останется в 2022 году. Благодарю всех организаторов. С Новым годом! В завершении мероприятия всем ребятам были вручены сладкие подарки и сертификаты. Уходящий год тигра попрощался с детишками, а на смену ему пришел год зайца, который остался дальше веселить присутствующих. Жанна Руслан, Амангельда Турахмет, Дидар.